Вы, конечно, удивитесь, уважаемые телезрители, но это игра «Кто хочет стать миллионером?». А я, естественно, Максим Галкин. Слава богу, все на местах, и мы можем начать. И вот наши участники. Юлия Евгеньева. Антон Огородов. Юлия Слинина. Дмитрий Костыгин. Нина Ремер. Герман Поляков. Маргарита Арзуманова. Андрей Вахмяков. Валерия Мирошниченко. И Роман Герасимов. Наши участники, видимо, поприветствовали сейчас своих друзей и родственников, которые с замиранием сердца следят за их игрой у своих экранов дома. Ну, а сейчас отборочный тур. Расположите эти обозначения твердости карандашей, начиная с самого мягкого. ТМ, 6Т, 2М, 3Т. Итак, начиная с самого мягкого. Вот как надо было ответить на этот вопрос. 2М, затем ТМ, затем 3Т и, наконец, 6Т. Правильно ответили многие. А первым был Дмитрий Костыгин. Дмитрий, прошу вас. Итак, к игровому столу. Москвич Дмитрий Костыгин сегодня в роли игрока. А так обычно Дмитрий работает менеджером в большом магазине. Не знаю, что значит менеджер в вашем случае. В каждом случае менеджер – это что-то свое. Вы чем занимаетесь? Разберу коробочку с товаром, поздороваюсь с покупателем и домой. То есть вы продавец? Да. А да. Что же вот это модное слово-то менеджер? Хорошее слово русское. Продавец. А чтобы не стыдно было прийти в гости к Максиму. А почему, если вы продавец, это стыдно? Вот я не понимаю. Это вот модная пережиток. Тенденция. Да, это модная какой-то тенденция. Пережиток прошлого. Угу. Продавец, это звучит гордо. Правда, уважаемые друзья? Вот. Ну и как работа? Довольны? Супер. Супер. Неужели вы не хотите стать главой всех продавцов в вашем магазине? Всех продавцов нет. Продавщиц может быть. А болеет тоже за вас продавщица? Болеет замечательный человек, Юля, моя коллега. Вот, но она вот точно не продавец, она менеджер. Ага, менеджер. Всем вот вы такие, Юля, менеджер. Вас приветствую. Слова. Спасибо, что пришли. Дмитрий, правила игры. 15 вопросов. Так. Три несгораемые суммы. 5000 рублей, 100 тысяч рублей и 3 миллиона. Так. Если считать ее тоже несгораемой суммой, соответственно. Ну и 4 подсказки. Раньше их всего было 3, теперь, напоминаю нашим телезрителям, их 4. Это новшество. Да. Кроме подсказок 50 на 50, звонок другу и помощь аудитории, у вас есть возможность обратиться к трем мудрецам. Итак, в роли мудрецов сегодня заслуженный мастер спорта, президент и главный тренер по мини-футболу клуба «Спартак» Евгений Ловчев. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Ведущий программы «Воскресное время» Петр Толстой. И заслуженный деятель искусств, композитор Григорий Гладков. Собственно, видите, Григорий человеческим языком не разговаривает, только на инструментах. Спасибо, уважаемые мудрецы. Мы обязательно обратимся к вашей помощи, как только этого захочет Дмитрий Костыгин. Ну что же, мы с Дмитрием начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Первый вопрос и, соответственно, 500 рублей. Где соловей-разбойник демонстрировал свой высокохудожественный свист? В сказке. В консерватории, на стадионе, на большой дороге, на птичьем рынке. На большой дороге. Абсолютно правильно. Второй вопрос и 1000 рублей. Как иногда называют регби? Игра с дыней, атака на репу, битва за арбуз, суета с тыквой. Только по аналогии, которую можно провести между мячом и фруктом, игра с дыней. Абсолютно правильно.
Третий вопрос и 2000 рублей. Как порой характеризуют кипяток? Отвесный, пологий, крутой, непримиримый. Не иначе крутой кипяток. Абсолютно правильно. Четвертый вопрос и 3000 рублей. Как звучит вывод стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» Мамы разные нужны, папы всякие важны, тети явно пригодятся, дядям надо постараться. Ну что же, пришло время воспользоваться подсказкой. Да ладно, а что вы не помните стихотворение? Да, это будет подсказка. Ну вы вообще не помните это стихотворение? Я хочу просто подключить аудиторию. Ну ладно, подождите, ну вы-то помните это стихотворение или нет? Я помню стихотворение. Ну, и давайте, просите хоть что-то. Мамы всякие важны или разные, мамы разные нужны. Вы отвечаете. Я хочу подключить аудиторию, а вы меня... Да пожалуйста, нет. Уважаемые зрители студии, как звучит вывод стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» Голосуем. А 87% считают, что это мамы разные нужны. Согласны ли вы? Да. Правильно, мамы разные нужны. Спасибо, что недолго отговаривали. От чего? От возможности воспользоваться. Да вы можете на следующий вопрос все подсказки взять. Мне-то что, мне же не жалко. Пятый вопрос и 5000 рублей. Какое из этих животных, подобно бобру, строит домики-хатки? Хатки. Хатки. Писец, андатра, горностай, тушканчик. 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 Или писец. Домики и хатки не иначе, как в воде или где-то рядом с ней. Сейчас попытаюсь проанализировать. А с водой рядом живет только андатра, соответственно, ответ Б – андатра. Абсолютно правильно. Андатра. Почему вы не взяли подсказку компьютера? Я не уверен, что компьютер предложил бы мне тушканчик. Это один из моих любимых зверей. Ну, а сейчас шестой вопрос. Будьте любезны. Да уж, как постараюсь. Какова была первая профессия главной героини сериала «Просто Мария»? Продавщица. Танцовщица. Пастушка. И пастушок. Нет, служанка. Служанка. Вы смотрели сериал «Просто Мария»? Это был один из моих, наверное, самый любимый сериал. Очень нравилась Виктория Руффо. Танцовщица. Вот что-то запомнил, что она там работала на поприще легкой промышленности. Продавщица. Краила платье, продавала. Пастушка, ну, вряд ли. Танцовщица, служанка. Служанка, скорее всего, она начинала с этой должности, потом купила швейную машинку и начала кроить платье. Может, какую-нибудь подсказку возьмете, нет? Служанка. Но Виктория Руффо. Почему «но»? Вдруг неправильно служанка, так хотя бы Виктория Руффо правильно будет. А, ответ принят. А Виктория Руффо – это имя актрисы? Да. Просто Мария служанкой была, правильно? Седьмой вопрос и 15000 рублей. Какая из этих битв произошла у Вороньего камня? Невская битва, Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтавская битва. У Вороньего. Да. У Вороньего камня. Невская битва произошла в устье реки. Куликовская битва произошла в месте слияния двух рек. Полтавская битва, я думаю, на поле была.
Ледовое побоище, скорее всего, судя по тому, что было в фильме, в замечательном фильме, очень хорошем, мне очень нравится. Вот, там герой, игравший Александра Невского, смотрел на поле сражения с камня. Я предположу, что это ледовое побоище. Это ваш окончательный ответ? Так точно. Ответ принят. Вы, наверное, не обратили внимания, что слово «камень» написано с большой буквы? Нет, не обратил. Это название острова. И это действительно ледовое побоище, правильно? Если можно, в следующий раз обращайте мое внимание, если что-то будет написано с большой буквы. Хорошо. Если можно. Восьмой вопрос и 25 тысяч рублей. Какое из этих музыкальных произведений традиционно имеет размер 2/4? Мазурка, марш, вальс, минуэт. Я думаю, что марш не имеет размер 2/4. У вас есть музыкальное образование, Дмитрий? Нет, музыкального нет. И пою не очень. Полагаю, обратимся к помощи мудрецов. Тем более, что там есть Григорий Гладков. Остается надеяться на помощь Григория Гладкова. Итак, уважаемые мудрецы, вопрос вам. Какое из этих музыкальных произведений традиционно имеет размер 2/4? Мазурка, марш, вальс или минуэт? Мы подумали и решили, что на этот вопрос ответит Евгений Ловчев. Спасибо, коллеги. Значит, ты сказал, марш отпадает, вальс отпадает. Вальс 3/4. Вальс 3/4. Значит, не знаю, честно скажу. Будем гадать, ребят. А что тут гадать? Да, мудрости не хватит. Минуэт. А я уж думал, придется поблагодарить мудрецов. Да. Но у вас есть еще подсказка компьютера и друга. Нет, обойдемся пока без компьютера. Если вальс это 3/4, а мазурка это нужно... активно, насколько я помню, активно перемещаться по танцплощадке. Нет? Нет? Активно перемещаться, вы что имеете в виду? Активно это жизнерадостно, энергично. А марш это не жизнерадостно, энергично? Очень энергично, жизнерадостно отчасти. Минуэт. Ответ Д. Вы хотя бы можете напеть мне один минуэт? Ни одного минуэта не знаю. Так, может быть, все-таки воспользуйтесь еще одной подсказкой? Ну что ж, давайте воспользуемся. Будем надеяться, там останется не мазурка, а минуэт. Берем подсказку 50 на 50. Уважаемый компьютер, уберите, пожалуйста, два неправильных ответа. Итак, это либо марш, либо минуэт. Потрясающе. Да-да, потрясающе. Марш, минуэт. Вальс 3/4. Мазурка отпала. А четверти чего, может быть? Не скажете? У меня нет музыкального образования. Ну, вы еще молодой. Все впереди. Ну, поете вы... Правда, маршевых песен там не слышал. Да и минуэтов тоже. Я отвечу минуэт. Ответ Д. Ответ принят. Из этих музыкальных произведений традиционно имеет размер 2/4 марш. Мазурка и вальс 3/4, минуэт 3/4. Иногда мазурка имеет размер 3/8, как подсказывает мне наш компьютер. Но вот марш 2/4,
к сожалению. Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Максим. Прошу вас. Хотите выиграть денежный приз? Отправьте сообщение «Миллион» на короткий номер 7207. И вы сможете сыграть в смс-игру «Мобильный миллионер», а также пройти отборочный тур и оказаться у нас в студии. Желаю успеха! Позвоните по телефону 8 809 505 49 или отправьте смс «Миллион» на номер 7007. Ответьте правильно на вопрос отборочного тура, и пусть компьютер выберет вас. До встречи в этой студии. Ну а сейчас второй отборочный тур. Вопрос звучит так. Расположите фильмы в порядке перечисления режиссеров. Никита Михалков, Георгий Данелия, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов. «Кин-дза-дза», «Утомленные солнцем», «Жестокий романс» и «Бриллиантовая рука». Итак, «Утомленные солнцем» — творение Никиты Михалкова, «Кин-дза-дза» — Георгия Данелия, «Бриллиантовая рука» — Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов, «Жестокий романс». Правильно ответили четверо. Первым был Герман Поляков. Герман, прошу вас. Поздравляю, прошу. Герман Поляков, житель Петербурга, 40 лет, женат, две дочери, шатен, размер одежды 50-й, обувь 44-я, рост 178, не привлекался, любимые цвета серые и зеленые, знает город на букву «Ы». О, у вас нашелся почитатель, тоже видно, любит город на букву «Ы». Это какой город? Инокчанск. Ну, кто же не знает Инокчанск? Всем привет из города Инокчанск. Герман? Да. Каким ветром вас занесло в нашу программу? Удачным и попутным. Ну, если вам повезло, тогда, может быть, повезет и сегодня. Вы выиграете 3 миллиона рублей. Хорошо. Судя по интонации, для вас это обыденная вещь, 3 миллиона рублей. Да, да, обыденная, конечно. Жалко, что я не геодезист, потому что такая у вас профессия была. Я ее получил и много работал, но сейчас уже по специальности не работаю. Предпринимательством занимается. Предпринимательством. И вот буквально 3 миллиона в день. Да нет, конечно, это шутка. А вы радиоприборами, по-моему, торгуете? Такое. Хорошо, видно, идут сейчас радиоприборы. Конечно, это перспективное направление. А что входит вообще в понятие радиоприбор? Ну, то, чем торгую я, то, чем занимаюсь я, потребляют радиоцентры. Те самые, которые транслируют сейчас нашу передачу на всю страну. Поэтому меня, и мою фамилию, и мое имя знают многие радиоцентры российские. И транслируют сейчас их с особым усердием. Герман, кто за вас болеет? Это брат моей жены, по-русски Шурин Сергей. Шурин Сергей, мы вас приветствуем. А Сергей, скажите, пожалуйста, Герман большой интеллектуал, видимо, коль пришел к нам. Да, я согласен. Он большой. Итак, Герман, 15 вопросов вам будут заданы. По пути к 3 миллионам рублей есть две несгораемые суммы, 5000 и 100 тысяч, и 4 подсказки, 50 на 50, звонок другу, помощь аудитории и помощь наших мудрецов. Я вам напоминаю, что сегодня в роли мудрецов у нас Евгений Ловчев. Соответственно, всем привет. Да, соответственно, ему, наверное, стоит, к нему, наверное, стоит обращаться по вопросам спорта. Петр Толстой, специалист по политическим новостям и телевидению. Ну и, конечно, Григорий Гладков. Ну, правда, вот я не знаю, что-то, Григорий, у вас там с размерами музыкальными не заладилось. Да, да. Давно мы минуэт не танцевали. И марши не писали. И марши. Но, тем не менее, я думаю, если Герман Поляков затруднится ответить на какой-то вопрос, он к нашим мудрецам сможет обратиться. Итак, дорогие друзья, мы вместе с Германом Поляковым начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Первый вопрос и 500 рублей. Что служит для размножения папоротников?
споры, дебаты, диспуты, полемика. Простой ответ. А. Споры. Грибы и папоротники размножаются спорами. Правильно. Второй вопрос и 1000 рублей. Песню с каким названием исполнил Пьер Нарцисс? «Карамельная лиса», «Ванильный медведь», «Шоколадный заяц» или «Бисквитный волк»? «Шоколадный заяц» — это его абсолютно песня. Правильно. Третий вопрос и 2000 рублей. Как заканчивается пословица «маленькая собачка с кошками дружит», «до старости щенок», «на слона лает», «репку не вытянет»? «До старости щенок». Ахиджакова в свое время сказала в известном фильме. Абсолютно правильно. Четвертый вопрос и 3000 рублей. Как в программу «Что, где, когда» попадают вопросы 13-го сектора? По телеграфу, нарочным, на оленях, по интернету? Интернет. Абсолютно правильно. Пятый вопрос и 5000 рублей. Кто вошел в историю как владелец самых грязных конюшен? Диоген, Авгий, Цезарь или Дон Кихот? Один из подвигов Геракла заключался именно в том, что он, по-моему, за один день очистил Авгиеву конюшню. Абсолютно правильно. Шестой вопрос и 10000 рублей. Каркас какого жилища покрывают войлоком? Иглу, сакля, юрта, чум. Войлоком. Иглу, снег и лед. Сакля – это саман, глина. Чум – это шкура. Юрта – это войлок. Ответ С. Юрта. Исчерпывающее объяснение. Ответ принят. А вот Шурин ваш Сергей считал, что это чум. Он не был в чуме. А вы, видно, были в юрте. Нет, в юрте не был. Но тем не менее, ответили правильно. Седьмой вопрос и 15000 рублей. Кто в фильме Квентина Тарантино стал главной целью охоты черной мамбы? Билл, Вилли, Марк, Майкл. Кто в фильме Квентина Тарантино стал главной целью охоты черной мамбы? Казалось бы, простой ответ. Kill Bill. Фильм называется. Убить Билла. Больше там мужчин. Вас простые ответы не устраивают. Был еще один мужчина, которого убили. Но главная цель – черная мамба. Билл. Ответ принят. Целью героини Умы Турман черной мамбы был Билл. Абсолютно правильно. Вы как-то не интересуетесь деньгами, видимо, в жизни. Вас интересуют только радиоприборы. Мне просто сейчас очень интересно. Нет, мне тоже интересно. Вы радиоприборы за деньги отдаете или так? Это тоже спорт своеобразный. То есть купить подешевле, продать подороже. Бизнес. Хотите выиграть денежный приз? Отправьте сообщение «Миллион» на короткий номер 7207. И вы сможете сыграть в смс-игру «Мобильный миллионер». А также пройти отборочный тур и оказаться у нас в студии. Желаю успеха! В игре «Кто хочет стать миллионером». Итак, Герман, 25 тысяч рублей вы выиграете, если верно ответите на 8-й вопрос.
Какая марка автомобиля названа в честь французского офицера, основавшего город Детройт? Кадиллак, Опель, Мерседес, Форд. Какая марка автомобиля названа в честь французского офицера, основавшего город Детройт? Форд – предприниматель, основавший свою марку. Опель – это чисто немецкая марка. Опель, забыл имя. Мерседес – это марка автомобиля, тоже чисто немецкая. Остается Кадиллак. Ответ А. То есть методом исключения? Только так. Подсказками пользоваться не будете? Это раз. Во-вторых, никто из них не похож на француза. Ни Опель, ни Форд, ни Мерседес. Тем более, что Мерседес должно быть Мерседес, хотя на самом деле имя Мерседес. В принципе, автомобиль должен так называться. Кадиллак. Ответ принят. Мерседес, дочь звали так, да? Дочь. Основателя компании. В честь французского офицера, основавшего город Детройт, был назван автомобиль Кадиллак. Правильно. Итак, благодаря Антуану де ля Мот Кадиллаку вы выиграли 25 тысяч рублей, Герман. Спасибо французу. Вы деньги хотите выиграть? Хочу. А сколько вас устроит? Что-нибудь после 10-го ответа. Там где-нибудь посередке между 10-м и 15-м. На 15-й я просто не рассчитываю. Между 10-м и 15-м есть 13-й вопрос за 800 тысяч рублей. Согласен. Ну, осталась мелочь. Ответить. Ответить. Ну, вначале на 9-й вопрос. 9-й вопрос и 50 тысяч рублей. Сколько коней Петров Водкин изобразил на картине «Купание красного коня»? 1, 2, 3, 4. Мне кажется, что нужно попросить ответить на этот вопрос наших мудрецов. Вот как? Хорошо. Они справятся, я чувствую. Итак, уважаемые мудрецы, Герман Поляков хочет, чтобы вы вступили в игру. Я вам зачитываю вопрос. Сколько коней Петров Водкин изобразил на картине «Купание красного коня»? 1, 2, 3 или 4 коней? Так, красный конь 1, да? Да нет, одного еще. Петрова, одного Водкина. Одного Водкина, 2. Ну, поэтому, в принципе, тогда 2, да. Нет, там конь и жеребенок. То есть, все-таки, я думаю, что 2. У вас 10 секунд. 2? Что? Да, да, да. Останавливаемся, наверное, да. На 2. Да, Петр Толстой нам отвечает у нас. 2. Вам так не кажется, видимо. Мне кажется, там было немного больше. Большой красный конь с мальчиком на переднем плане и не меньше 2 на заднем. 1 или 2 точно. Я думаю, звонок другу. Кому будете звонить, Герман? Это будет Власов Николай. Итак, мы звоним Николаю Власову. Но он-то специалист по искусству, я не сомневаюсь. У него хорошая память. Зрительная. Зрительная. Осталось узнать, видел ли он эту картину. Я думаю, эту картину все видели. Я тоже так думаю, тем более, что в советский период картина была широко разрекламирована. Алло? Алло, Николай? Да. Добрый вечер, Максим Галкин, игра «Кто хочет стать миллионером». Добрый вечер, Максим. Николай, мы рады вас слышать, особенно рад Герман, ваш друг Герман Поляков, который сейчас сидит напротив меня и волнуется. В ваших силах унять его волнение и правильно ему подсказать. Вы готовы? Да, мы будем стараться. А, мы будем? То есть вас там несколько? Да, моя семья. Какая прелесть. Ну, попытайтесь успеть транслировать вопрос семье. Итак, у вас будет 30 секунд. Прошу вас, Герман. Коля, слушай внимательно. Петров Водкин, «Купание красного коня». Сколько коней было изображено на картине? 1, 2, 3, 4. О.
Возможно, Герман 3. Но, честно говоря, не уверен очень сильно. Спасибо, Коля. Да не за что, я. Хороший вопрос. Есть еще подсказка компьютера. Я знаю. И аудитории. Может, у наших зрителей в студии тоже хорошая зрительная память. Давайте аудиторию потревожим. Уважаемые зрители студии, сколько коней Петров Водкин изобразил на картине «Купание красного коня»? Одного, двух, трех или четырех? Один вариант выберите, пожалуйста. Голосуем. Пятьдесят 1% считает, что трех. 33% считает, что одного. 10% что четыре. 6% 2%. Три. Ответ С. Три коня. Отвечаете? Да. Итак, сколько? Три. Ответ принят. Напомню, что мудрецы вам подсказали свое коллективное решение. Два коня. Зал проголосовал за вариант 3, как и ваш друг. Ну, а на самом деле Петров Водкин изобразил на картине трех коней, правильно? Спасибо. Спасибо, Коля. Спасибо, Николай. Там было два красных коня и один белый. На переднем плане красный. Я помню, что не два точно. Мудрецы. Герман, итак, на данный момент у вас 50 тысяч рублей. Вы подошли вплотную ко второй несгораемой сумме. 100 тысяч рублей будут ваши, если вы ответите верно на 10-й вопрос. У какой из этих певиц настоящее имя не Алла? Валерия, Маша Распутина, Алика Смехова, Анжелика Варум. У трех из этих певиц имя Алла, у одной другое имя. Пятьдесят на пятьдесят. Уважаемый компьютер, избавьте нас от двух вариантов. Анжелика. Это ее родное имя, если мне память не изменяет. И это ваш окончательный ответ? Да. Ответ принят. Вы знаете, что я могу сказать? Анжелика — это не настоящее имя Варум. Впрочем, может быть, это тайна. Но говорят, ее зовут Маша. Правильно, Анжелика Варум. Спасибо. Итак, у вас 100 тысяч рублей, Герман. К сожалению, ни одной из четырех подсказок не осталось. Но все еще есть шанс добраться хотя бы до 800 тысяч, как вы и задумали. Надеюсь, все трудные вопросы позади. Конечно, сейчас остались только шуточные. Для мужчины довольно тяжело разобраться в этих именах актеров. Но, тем не менее, вы разобрались? Максим, но у вас-то Максим зовут? Да, меня зовут Максим, действительно. Вы меня успокоили. Максим Ярополкович Твердохлебов. Шутка. 11-й вопрос и 200 тысяч рублей. Кто автор строк? Мы живем под собой, не чуя страны. Пастернак, Мандельштам, Гумилев, Заболоцкий. Мы живем под собой, не чуя страны. Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Николай Гумилев или Николай Заболоцкий. Я припишу эти строки Мандельштаму. Напомню, что если вы сейчас ответите неверно, то в любом случае 100 тысяч рублей останутся ваши. Подсказки все я уже использовал. Мандельштам. Почему Мандельштаму? Интуитивно. Я не знаток литературы,
Что ж, проверим вашу интуицию. Ответ принят. Это не Гумилев и не Заболоцкий. Строчка принадлежит Мандельштаму, правильно? Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Я вас могу порадовать, Герман, также рекламой на Первом канале. Хотите выиграть денежный приз? Отправьте сообщение «Миллион» на короткий номер 7207. И вы сможете сыграть в смс-игру «Мобильный миллионер», а также пройти отборочный тур и оказаться у нас в студии. Желаю успеха! Друзья, я вновь вас приветствую в студии программы «Кто хочет стать миллионером?». Конечно же, миллионерами стать хотят все, наверное, без преувеличения. Ну а сегодня среди избранных оказался Герман Поляков. У него есть возможность сегодня выиграть 3 миллиона рублей. У вас 200 тысяч рублей, Герман. Я несказанно рад за вас. Честно. Спасибо телевидению, только... Спасибо радиоприборам, которые транслируют ваше лицо во все уголки нашей страны. Я, кстати, думал, что транслируют телевизионные приборы, или это таких нет? На самом деле, радиоприборы подразумевают и телевизионные, и радио, и телеграф, и прочее, и прочее. Да неужто и телефон? И телефон. Все это радио. Приборы. Это большая группа. Как здорово. Объединенная одним названием. А у вас нет, случайно, какого-нибудь тайного прибора, когда вам кто-нибудь подсказывает? Давайте продолжим игру. Я вас вывел на чистую воду, признавайтесь. Ну что же, 200 тысяч рублей. Вы можете удвоить эти деньги, ответив верно на 12-й вопрос. Вопрос звучит так. Какой из этих инструментов по принципу извлечения звука является щипковым? Рояль, клавикорд, пианино, клавесин. Спасибо за легкий... Вопрос. Это клавесин. Это известно, наверное, даже в первом классе. Щипковый инструмент. Я помню себя в первом классе. Поверьте, я это не знал. Правда? Да. Я максимум щипал одноклассниц. Мне кажется, выйдя сейчас на улицу, спроси любого, что щипковый клавесин. Все остальные, рояль, пианино, это точно молоточковые по струнам. Клавикорд. Может быть, духовой. Да, по-моему, духовой клавикорд – это что-то маленького органа типа. То есть посредством воздуха. А клавесин щипковый, там какие-то такие зацепочки. Но это уже была не интуиция, это знание. Абсолютно. С первого класса. Да, вы да. Пронесли этот клавесин через всю жизнь. Да, да, да. Слава богу. Ответ принят. Ох, я забыл вам сказать, что вы могли потерять 100 тысяч рублей из 200. Но вы это знаете правила. Абсолютно. Поэтому... Что ж делать? Вы выиграли 400 тысяч, правильно? Клавесин. Ну, если так и дальше пойдет, Герман, при помощи вашей интуиции и знаний еще с первого класса, когда вам преподавали клавесины и клавикорды, видно, спецшкола была какая-то. Обычная средняя, просто хороший преподаватель. С тяжелым музыкальным уклоном. Три вопроса остались до 3 миллионов, и впереди тот самый вопрос, 13-й вопрос и 800 тысяч рублей. В каком году в последний раз были напечатаны купюры с изображением Владимира Ильича Ленина? В 1988 году? В 1990 году? В 1992 году? Или в 1994 году? В последний раз были напечатаны купюры с изображением вождя пролетариата. 92-й год – это начало печати купюр нового образца. 90-й. Я помню, что последняя купюра, которую выпустили, ну, которую я держал в руках, во всяком случае, хрустящая купюра, она 200 рублей. И именно с Ильичом. Ну вот, прекратили ли ее печатать в 92-м году? Наверное, да. Мне очень жалко денежек заработанных. И тут так потерять неожиданно.
Я просто не уверен. Я лучше возьму деньги. Это ваше окончательное решение? Окончательно. Ну что ж, Герман, может, рискнете, нет? Я прозакладываю свое имение, что это 90-й год. Но я хоть и рисковый человек, на мой взгляд, суммы достаточно. А имение-то есть? Будет, теперь будет. Такое небольшое. Да, маленькое. 2-3 метра под Москву. Ну что ж, мы вас поздравляем, вы выиграли 400 тысяч рублей. Спасибо. Ну что же, Герман Поляков забрал деньги. Дорогие телезрители, настало время СМС-игры. Мы предлагаем вам ответить на этот вопрос. После того, как я скажу «время пошло», начнется отсчет 30 секунд. Со своего мобильного телефона на номер 1212 отправьте смс с вашим вариантом ответа. Только букву А, Б, С или Д. Тот, кто пришлет правильный ответ и потратит на это меньше времени, тот и выиграет 10 тысяч рублей. Фамилию победителя мы узнаем в следующей программе. Итак, время пошло. Ну что ж, предстоит вспомнить и нашим телезрителям, может, у кого-то в комоде где-то завалилась старая купюра с изображением Владимира Ильича Ленина. В каком году в последний раз были напечатаны купюры с изображением вождя? В 1988 году, вариант А. В 1990 году, вариант Б. В 1992 году, вариант С. И, наконец, последний вариант Д. В 1994 году. Время истекло. Напоминаю, что фамилию победителя мы узнаем в следующей игре. Ну, а сейчас самое время вам попытаться угадать, какой же ответ правильный. Ответ Б, 90-й год. А вот если бы вы ответили 1990 год, вы бы потеряли 300 тысяч рублей, потому что это 92-й год. Запечатывали. Именно тогда были напечатаны купюры 50, 200 рублей и 1000 рублей с изображением Владимира Ильича. Ну, слава богу. Герман, я очень рад за вас. 400 тысяч рублей – это большой выигрыш. Это изменит вашу жизнь? Да, изменит, конечно. Изменит. Изменит. Ну что-то приятнее станет в вашей жизни? Конечно, конечно. Отношения с женой? Надеюсь. Ну, например, скажите вы что-нибудь. Что вы сделаете с 400 тысячами рублей? Ну, во-первых, по приезду в родной город Санкт-Петербург мы отметим это событие с моим Шуриным. Я думаю, этих денег нам хватит. Я сочувствую вашей семье, Герман, потому что мало того, что вы на это потратите 400 тысяч, вы еще будете, так сказать, не в том виде, да? Ну, да нет, все будет в порядке. Ну так куда потратите-то? Даже не знаю, не знаю. Так, идите, думайте. Спасибо. Все? Спасибо большое, Герман, спасибо. И вам. Прошу вас. Телезрители, наша сегодняшняя программа подошла к концу. К сожалению, наши мудрецы сегодня ни разу не подсказали верно. Но, тем не менее, мы их благодарим от всей души. Это были Евгений Ловчев, Петр Толстой и Григорий Гладков. Аплодисменты вам, уважаемые друзья. И спасибо за участие. Дорогие друзья, чтобы участвовать в нашей программе, вы должны по телефону 8 809 505 49 связаться с нашим компьютером или отправить смс «Миллион» на номер 7007 и ответить на вопрос отборочного тура. Желаю вам удачи. А на экране вы сейчас видите фамилию победителя предыдущей смс-игры со зрителями. Ну что ж, я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До следующей игры «Кто хочет стать миллионером?»